Вы из какого издания? В смысле? Ясненько. Одна или со спутником? Отстань. Приятно видеть новые лица. Могу вам предложить коньяк, виски? Я за рулем. Так, а где же он? Да отвали ты. Что? Вкусная шампанское. Машенька, Машенька, как я рада вас видеть. Добрый вечер. Добрый. Господа, знакомьтесь, Мария Исаева, молодой юрист, адвокат. Очень приятно. Машенька, благодаря вашей консультации я вчера своего благоверного здорово на место поставила. Готова в бой, как никогда. Прекрасно. Извините. Да, пожалуйста. А вот и вы. В общем, должна вам сказать, что все сложилось удачно, даже более чем. Ну, не устояла. Целый день любовалась вашим колье и не устояла. В общем, после второй промежуточной цены зафиксировала свою. С третьего раза колье мое. Ну, вы скажете, что глупая, да? Могла бы и сразу. Ну, я вообще такой человек. Импульсивный. Ну, вы, надеюсь, не возражаете? А что такое? На вас лица нет. Давайте, я сейчас пойду с вами рассчитаюсь, но сначала отметим. Давайте. Давайте выпьем. Ой, извините. Ничего страшного. Я прошу прощения. Это хорошая примета. А платье ничего. Пойдемте. Пойдемте. Ничего, сейчас подсохнет. Сейчас. Ой, да не волнуйтесь вы так, деточка. На вас прям лица нет. Подумаешь, платье. У меня их миллион. Подсохнет. О, пока платье сохнет, я сейчас с вами рассчитаюсь. Возьмите, посчитайте. Нет, что, это не годится. Вы уж пересчитайте. Не, я, конечно, ценю ваше доверие, но деньги счет любят. Что это? Расписка? Я вас прошу прочтите. Что это? Ввиду несовершеннолетия моей дочери, прошу оставить рожденного ребенка на попечение государства. Что это? Что за бред? Там подпись внизу. Демеев НП. Это же ваш отец? Правильно? Да, ну и что? Что это за Филькина грамота? Откуда она у вас? Из Ольховского роддома. Из Ольховского? Я там жила. В детском доме. А вы здесь при чем? А вы не догадываетесь? Значит, продажа колье – это был только повод, а вы такая милая. Пришли сюда, чтобы сделать мне больно. Вы что? Вы хотите меня шантажировать? Так должна вас огорчить. Мой муж умер 10 лет назад. И вот с тех пор мне совершенно
безразлично, что обо мне скажут. Вы должны уйти, я вас провожу. Мне ничего от вас не надо, правда. Ну тогда что? Да, я действительно рожала в Ольховске. Мне было 17. Мой ребенок умер. Умер! Нет, это я. Немедленно убирайтесь! Нет, нет, пожалуйста. Убирайтесь! Пожалуйста, я вас прошу, извините. Пожалуйста. Охрана! Нет, охрана! Я вас прошу. Вон! Я вон! Вас прошу, извините меня. Быстро! Вышвырните ее, это аферистка! Пойдемте. Пожалуйста, извините. Вон! Пожалуйста. Пойдемте. Терлась в доверие! Это хитрый медведь, телерадионаблюдатель, ну, типа агента 007, будет вас охранять. Что с моей мамой? Я прошу вас, вам нельзя подниматься. С вашей мамой все в порядке, она в клинике. Кто вы такой? Откуда вы знаете? Я точно знаю. Вы не волнуйтесь, поправляйтесь. Как только выздоровеете, я отвезу вас к вашей маме. Обещаю. Почему я должна вам верить? Кто вы такой вообще? Что вам нужно? О, вы из полиции. Так я вроде уже все рассказала им. Я больше ничего не помню. Нет, я не из полиции. Я, так сказать, в частном порядке. Не переживайте, мы все выяснили и деньги нашли. Кто это мы? Я же вам не сказал. Я работаю у Марии Исаевой. Ясно. Тогда не говорите загадками. Прошу вас, у меня сейчас голова, как дом советов, гудит. Значит, вы знаете, кто это сделал? Да. Ну и? Вам это, наверное, неприятно будет слышать. Но... заказал вас ваш друг Сергей. Да, мы с ним тогда хотели встретиться. Мы еще поссорились из-за этих денег. Но это был не он, это был кто-то другой, это были не его глаза. Настя, дело в том, что Сергея вашего арестовали, а его подельник, который ударил вас по голове, он скрылся и сейчас его ищут. Ну и? Ну что и? Ну, он может явиться сюда, вы же свидетель. Фильмов насмотрелись. Настя, я не шучу. Ну, позвольте, я подежурю здесь до утра. Пожалуйста. Ну, подождите, я вас совсем не знаю. Ничего страшного, вот и познакомимся.
Я, наверное, должен задать банальный вопрос. Где ты была? Я. Дети спят? Дети. Дети спят. Если тебя это действительно интересует. Вот видишь, я ответил. Теперь ответь ты. Маша, где деньги? Где колье? Деньги вернули. Сделка не состоялась. У меня ничего не получилось. Ну что ж, сочувствую. А колье? Из дома пропало колье. Колье. Я же надевала колье. Надевала. А куда оно? Зачем ты врешь, Маша? Ты не собиралась открывать никакого филиала. Я это знаю, Маша. И колье ты собиралась продать. Это тоже знаю. Но это все не то, что ты думаешь. Еще одна банальная фраза. Маша, что должен думать? М? Мне очень плохо, Петя. Правда, мне очень плохо. Маша, мне тоже плохо. Поэтому я хочу знать, где ты пропадала все эти дни. Тебя не было на работе. Ты сняла деньги. Ты хотела продать колье. У тебя платье разорвано. У тебя шампанским несет за километр. Ну что? Ну что я должен думать, Маша? Маша! Да что, черт возьми, с тобой происходит? Вернулась. Как все прошло? Для меня ничего интересненького не попадалось. Отец, мне надо у тебя кое-что узнать. Что именно? Мой ребенок. Ну, тогда. Он действительно умер? Да, умер. Что за странный вопрос? Ты говоришь мне правду, отец? Конечно. Это были печальные дни. Сделай-ка мне чайку. Что? Чай? Отец, это твоя подпись. Чай. Я, кажется, просил чай. Ты же помнишь, в какую ситуацию ты поставил нас тогда, всех нас. Мы с мамой все продумали до мелочей. Готовили тебе свадьбу. И заметь, не только свадьбу, а твое будущее. В нашем кругу, да, в нашем кругу людей с положением таких проколов быть не должно. Да уж.
Я полюбила не того мальчика. Но я это уже слышала. Да, не того. Ты получила прекрасного мужа. Вы сразу уехали в Англию. Все было хорошо, все было чудесно. Но зачем сейчас ворошить прошлое? Ко мне сегодня пришла одна девушка. Сказала, что она моя дочь. Это чья подпись? Да, это аферистка. Она... Ну, откуда? Откуда? Откуда она могла все это взять? Не иначе, как украла в роддоме. Значит, мой ребенок не умер. Значит, это настоящая расписка. У нас не было другого выхода. Да? Вот это жестоко. Откуда мы могли знать, что у нас, больше не будет внука? Это жестоко. Это жестоко. Как вы могли? Как вы могли? Я же вам верю. Вы понимаете, ты понимаешь, как я страдала. Как я страдала. Желали тебе только добра. Это жестоко. Прости. Прошлого не исправить. Чай принеси ко мне в спальню. Спокойной ночи. Мамочка! Мама! Как я рада! У вас не более 5 минут. Больная недавно пришла в себя, ей нужен покой. Как я рада, что тебе лучше. Тишись, дочка. Тишись, моя. Ты умничка. Хорошая моя. Хорошая моя. Как же ты похудела. Измучилась, да? А как папа? Почему он с тобой не пришел? Мам, его нет. Что? Что ты говоришь? Он что, в другой больнице, да? Настюша, у него травма, да? Перелом. Настенька, ты чего молчишь? Мама, он погиб еще тогда в машине. Как погиб? Это ерунда какая-то. Что ты такое говоришь, Настя? Этого быть не может, ты что? Я же помню, он сказал. Он сказал, держись крепче. Это же вчера было, правильно? Да нет, ты просто неправильно поняла все. Ты пойди, найди его. Он, наверное, здесь, где-то рядом, в другой палате. Так я сама пойду. Нет, мам, это было месяц назад. Месяц? Как месяц? Почему месяц? Да нет, этого быть не может. Он просто, наверное, в реанимации. Извините, в другой палате. Вы просто долго не приходили в себя. Вы кто? Вы врач, да? Скажите, пожалуйста, что с моим мужем? Вы же знаете, да? Настенька просто ошиблась. Скажите. Нет, нет. Она не ошиблась. Настя. Откуда она знает? Вы же не врач, правда? Вы кто такая? Мама. Настя, пусть она уйдет. Мама. Настя, пожалуйста, успокойся. Пусть она уйдет. Успокойся, пожалуйста. Пусть она уйдет. Я позову медсестру. Это Мария Исаева. Пусть она уйдет. Нас спасла. Она перевела тебя в эту клинику. Она оплатила все твое лечение. Успокойся. Успокойся. Настя. Мама. Настя, потом все скажешь, когда посчитаешь нужным. Так, немедленно все потом. Покиньте палату. Пойдем, Настя. Идем. Ну, здесь формулировку надо поменять. Угу. Но может, потому что супруги все еще пребывают в браке, как-то так? Ты на каком курсе учишься, Ир? На первом. Тогда, может, помолчишь? Смотри, Макс. Угу. Вот здесь поменяешь? Угу.
Машуль, смотри, какая мадам шикарная. Хочешь, возьму ее на себя? Или это к тебе? Пришла извиниться. Вот твое колье. Я говорила с отцом. Это его подпись. Да. Просто так неожиданно. Я всю жизнь считала, что ребенок умер. Мне так сказали. Просто я была так молода. Мне было страшно. Я болела. Долго приходила в себя, а потом нужно было врать все время, врать и улыбаться, врать, всю жизнь врать. Теперь у меня есть все. Ты сама все видела. А детей нет. Трудные роды, последствия. Не было дня, чтобы я не вспоминала. Я свечки ставила за упокой. А ты жива. Да еще такая красавица. Прости меня. Если бы я знала. Если бы я только знала. И что? Если бы вы знали, что? Вы бы меня нашли? Вряд ли. Ваш папа хорошо заплатил за меня. Что? А он вам не сказал? За мной в интернате хорошо приглядывали. У меня нет никакой обиды. Если честно, я никогда не думала про вас. Поэтому не надо так переживать. Да. Понимаю. А я думала, как ты закричал. Как тебя унесли. Я же видела ножку твою в синей такой пеленке с цветами, пяточку. Я потом к врачу все приставала. Дайте посмотреть. Я же точно слышала, как ты кричал. Все. Все. Bim bom bele, bele, bele.
Джерри, Мока-Кола, Бока-Кола, Санта Май. А Джимми, Джимми, Янго, а Джимми, Джимми, упс. В траве сидела саранча и пела песню ча-ча-ча. Ажи-ажу, с тобой дружу. Черно-белый, мои зайцы учат новую игру. Получился день прекрасный. Привет. Здрасте. Привет. Здрасте, тетя Вера. Так, кто просил пазлы? Я! Держи умную книгу. Это же энциклопедия! Спасибо, тетя Вир! Пожалуйста. Я мечтала о пазлах, я у мамы так, просила. Так, я угодила всем? Да. Давайте. Петенька, так вы хоть кушали сегодня? Не успели еще. Будешь кофе сварить? А что, ее нет дома? Девчонки, я варю гречку. Я ее не люблю, но она полезная. Сколько так, можно? Я все сделаю. Салат кто будет? Я! Ну все. Помидоры дома есть? В холодильнике. Отлично. Ты можешь отдыхать, я все сделаю. Но если хочешь помочь, давай суетись. Вина налей, что ли? Давай. Оп! Веселей, бодрей. Кушать будем. Вкусно и сытно. А начнем с помидор. Что ж ты так вкусно пахнешь, Верка, а? А это твоя любимая. Со времен института, помнишь? Помню. Спасибо тебе. А то мы тут совсем зашиваемся. Вижу. Вижу. Ну, как там помидоры? А, да. Я тоже о тебе думала. Если бы ты знала, сколько я тебе думала. Я брала журналы в интернате и вырезала фотографии женщин. И думала, вот она моя мама. Вот она какая. Самая-самая красивая на земле. А потом я вставала перед зеркалом и смотрела на себя и думала, а какие у нее волосы, какие у нее глаза, какой голос. А может, я похожа на нее? Боже, боже, боже мой. Доченька моя, боже мой, родненькая моя. Давай, знаешь что, давай сейчас поедем ко мне. Нам столько нужно друг другу рассказать. Нет, нет, сейчас не могу. А что, дети? Сколько их у тебя? У меня две девушки. Боже, как, Господи, какое счастье! Да. А давай поедем к тебе. Я хочу на них посмотреть. Нет. Познакомиться. Сейчас нельзя. Я, конечно, не могу лезть в душу. Да и права на это не имею. Но, может быть, ты все-таки скажешь, что происходит. Длинная история. Ну, так если коротко, то я же детдомовская. А, у меня муж ничего не знает. Понятно, дети тоже не знают. Сейчас я вынуждена ему сказать, а что я скажу? Ну, как я скажу ему? Ну, что здесь такого? Разве ты виновата? Хочешь, я сама ему все нет, скажу? Нет, он поймет. Нет, тогда я не поеду. Пойдем, пойдем. Тогда не поеду. Успокойся, успокойся. Ну, как я скажу? Успокойся. Что я ему скажу? Когда не знаешь, что говорить, говори правду. Хорошо. Я попробую. Просто то, что ты нашлась, это еще не все. А что же еще? Колье? Оно же у тебя. У меня еще есть ребенок. Дочка взрослая. Я родила ее в Ольховске. Оставила в доме малютки и ее удочерили. А сейчас она меня нашла. А что я скажу Пете?
Ну, как я ему скажу? Он не поймет. Он ненавидит вранье. А я его люблю. Я не могу ему не сказать. Это я во всем виновата. Я... Если бы... Впрочем, никаких «если бы» не бывает. И прошлого не вернуть. Только знай, я все для тебя сделаю. Все. Верка, ангел ты наш хранитель. Правда, как сдобная булочка. Да. Маша. А мы тебя не ждали так рано. Петь! Маша, постой! Петя! Маша, да подожди же ты! Петь! Маша! Да стой Маша! Же ты, Петя! Сейчас смотри, как хорошо будет. Вот, чай пей. Я Петю очень люблю. Я умру без него. Ой. Я все равно возьму детей и уеду. Солнышко мое, не торопись. Дров наломать еще успеешь. Ты же понимаешь, то, что твоя подруга непорядочная оказалась, это ясно. Но то, что муж, это не факт. Ты сама во многом виновата. Ты вот сколько от него всего скрывала. А мужчины, они же как дети. Доверчивые, обидчивые. Вот твоя подруга и воспользовалась. Она мне больше не подруга. Знать ее не хочу. Я уже ничего не понимаю. Тут надо хорошо подумать. Хватит голову в песок прятать. У тебя же семья. Дети. Дом, работа, дочка нашлась, муж. Ты же любишь его. Вы уже сколько вместе? 12. Вот. Это немало. Тут надо хорошо подумать. Да что тут думать? Нечего думать. Вы с Петром семья. Родные люди. И нам на старость радость. Ты меня, дочь, прости. Это я во всем виноват. Я старый дурак. Прошлого не исправить. Надо беречь то, что есть. Я так считаю.
кофе принес. А мама где? Который час? Уже утро. Мама ушла, просила дождаться. Ты, если кофе не хочешь, я завтрак закажу. Нет, я не хочу. Почему? Не хочу. Ты куда? Не надо, не уходи. Ну, какая ты упрямая. Ну, куда ты без вещей, без денег? Вчера прибежала голая, босая, мокрая, как цыпленок. Нет, у меня есть и вещи, и деньги. И фирма есть юридическая, и сама я юрист. Юрист? Это хорошо, это наша порода. Ты умница. Угу. Жаль, что вы этого не поняли, когда вы швыривали меня в большую жизнь. Обеды с 13:00. А другое заведение тут есть у вас? Какое другое заведение? У нас единственное приличное заведение в городе, так что ждите, мужчины. А, ну, если единственное, то... Вот, посмотрите, вам знакома эта женщина? Знакома. Такую забудешь. А что, она что-то натворила, да? Так вы ее знаете? Конечно, знаю. На одном горшке сидели. Простите, что? Ну что, что? Это Машка Зубрилка. Она из наших, стерва. Здесь взяла, такой скандал устроила. Клиента спугнула. С каких из ваших? Каких клиентов? Она детдомовская. Понимаете? А здесь Васька дальнобойщик приехал. Она ему вообще все хозяйство отбила. Он после этого не появляется. Корова. Стоп, подождите. А вы что, из полиции? Нет, нет, мы здесь ни при чем, абсолютно. Да нам проблемы не да нужны. Да подождите, где ее можно найти? Я не знаю. Я ее не видела до этого 20 лет, и столько бы уже еще не видела. Ну все, она уже не здешняя. Ну, в городе, наверное, промышляет. А, или к Жучке поехала. Так, кто такая Жучка? А, это воспиталка наша, хотя она уже директор, наверное, из детдома. Как ее? Жукова Галина Степановна. Угу. А где ее можно найти? Извините, ради бога, можно? Да. Вы Галина Степановна Жукова? Вы директор? Да. Извините, ради бога, мне нужно узнать, Мария Исаева у вас здесь проживала? Вернее, это сейчас она Исаева, а раньше тут ее называли Зубрила, Наглючка. Вы, собственно говоря, кто такой? И по какому праву вы... Я ее муж. Пока еще. Понимаете, я многого не понимаю, она все скрывала. Я хочу во всем разобраться сам. Мне это очень важно. Присаживайтесь, понимаете? Молодой человек. Присаживайтесь. Я был вам и очень успокойтесь. Благодарен. Да. Вы, очевидно, Петр. Да, это я. Маша, просила же, но расскажи все сама. Да никакая она не Зубрилка
И не на глючка. Кто вам такую глупость сказал? Она была лучшей среди всех. А то, что жизнь ее так от рождения покорежила, в том ее вины нет. Разговор у нас с вами будет долгий. Может быть, очень сложный. Но если любите, все поймете и простите. Вот так. Ты ей ничего не рассказала? Почему? Саш, пойми, она моя мама. Была и будет. Я не могу ее оставить. Они с папой так меня любили. В смысле, любят. Я понимаю, но Марью Сергеевну жалко. Она ведь тоже мать. А никто и не отказывается. Знаешь что? А давай сейчас к ней поедем. Ее нужно поддержать. Плюс я еще сестричек не видела. Поедем? Откуда у тебя эта вещь? А почему вы спрашиваете? Это подарок от человека, который меня спас. Ну да. Всего вам доброго. И удачи. Спасибо. Уезжаешь? Куда? Ну, хотя бы девочек мне оставь, пока устроишься. Да. Да, я понимаю. Ну, боже мой, что? Как оставила одних? Ушел? А как же так? Я прошу тебя, сообщи мне, где бы ты ни была. Я не могу тебя опять потерять. Так, ну-ка. Стойте! Вы куда? Пожалуйста, скажите, где она? Элеонора Николаевна, я был в Ольховске. Директор детского дома во всем призналась. Вы же дочь Николая Демеева. Но ведь так. Пожалуйста, давайте наконец говорить правду. Она, Маша. Она не смогла вам сказать, что выросла в детдоме, боялась, что вы не поймете. Да глупости это все. Элеонора Николаевна, если вы ее действительно любите, я вас очень прошу, скажите, где она? Ну же. Thank you.
Машенька. Все хорошо, я все знаю, Маша. Иди ко мне. Ну, все в порядке, Машенька. Ну что ты, Маша, родненькая моя. Все же хорошо, все хорошо. Ну почему ты мне не сказала все сразу, Маша? Ну что ж ты делаешь, а? Все хорошо. Все хорошо. Родная моя. Родненькая. Прости меня, прости. Так, шах. Тимот. Дедушка, ходи лошадью. Это она мешает нам играть. Я не знаю, что делать. Она все время мне мешает. Я что делать-то не знаю, да? Ух ты! А ну стой! Вот лежал. Это что, теперь честно, мой папа? Это что, теперь моя сестричка? А это твоя сестричка. Иди сюда. Как я вас всех люблю. Я вас всех очень люблю. Нет, ты знаешь, мы тебя любим больше, точно. Я вас люблю. Большой любви происходит. Вот что. Мы так тоже можем. Ну, ты все можешь.